да. Второй, да! Второй готов! Батарея, второе орудие, выстрел! Выстрел! Молодец! 0-4, 0-6! Да, второй готов! Третий готов! Стреляй только основное орудие! Выстрел! Выстрел! Красавец! Первый день, когда сюда прибыл, мы подавили 3 батареи. 3. У меня тоже была потеря одного орудия. Были ранены, погибшие. Но 3 батареи подавил в первый день, и 3 полностью были подавлены во второй день. Полностью. У каждой батареи было из них 12, 10 и 8 орудий. Были полностью раздавлены. Ни один не ушел. Но сейчас они там в котле, получается, валят? Сейчас они в котле. Сейчас мы, если раньше они с этой высотки оттуда все отвечалось, а теперь уже там тишина. Мы отодвинули их дальше. Ближние, кто появляется, мы уничтожаем. Куда сейчас выдвигаетесь? Выдвигаемся в сторону Артемовска. Выдвигаемся, будем сейчас там участвовать в боевых. А задача боевая какая, если не секрет? Занять высотки, сколько знаю. Занять высокие позиции, их удерживать до определенного времени. Ну взяли котел, день-два где-то еще добьют. Там еще засели просто, артой кроют. Опять же таки, не все еще мирные жители повыезжают. Мирные жители для этого специально вывоз оформлены. Их вывезут и потом уже будут заходить руку на зачистку. В первую очередь о мирных жителях заботиться, чтобы не пострадали. Харьков, город Житомир, город Черновцы. Люди очень понравились, общительные, но все категорически против Порошенко, Яценюка, Турчинова. То, что падает гривна, их особо не интересует. Всех очень волнует мобилизация. Никто не хочет идти воевать. Третья механизированная бригада армии Донецкой Народной Республики сейчас занимает господствующие высоты на подступах к Дебальцевскому котлу. Они контролируют все проезжающие дороги, отрезая любые пути снабжения для украинских войск. Сейчас происходит ротация. Мы вместе с группой военнослужащих 3-й механизированной бригады приехали на одну из высот сделать замену. Тебе даже нужно. Сейчас будем делать джага-джага. Это одна из высот, которую контролирует 3-я механизированная бригада армии Донецкой Народной Республики. За моей спиной, чуть левее, находится Дебальцево.
Если посмотреть прямо, где видны дымы, это село Логвиново, в котором до сих пор идут ожесточенные бои. Сейчас дорога, по которой производилось снабжение украинских войск, полностью перекрыта именно в этой точке. Вот там пацаны, вот видишь, где бой идет? Это там наши пацаны, видишь? Ага, видишь, бой идет. Вот та зеленка тоже наша, смотрите, высотка. Вот это лесополоса, где мы ехали, видишь? Вот туда. Да. Вот туда, вот, пацаны, где бой идет, видишь? Вот? То наши. Понял? Вот тут не связи. Вот тут, вот, да. Да. Вот сюда, вот дальше, вот это дальше. Все укропы, нахуй. Долбите петухов. А у вас какая? Здесь же потеряли танк. Потеряли танкиста молодого парня. Это наши брали, это самое, да? Страшное. И мотолых потеряли. Да, это наш танк. И здесь наш боец. Молодой парень. Даже не знаю, как его звали. Жалко очень. Ну, по ощущениям, котел сдавили. Не вырваться, как думаете? Да, я думаю, нет. А так, война уже надоела. Да и вообще лучше бы ее никогда не было. Этой войны. Фашизм есть фашизм. Привет москвичам на ВДНХ. Земляки, что ли? По-любому. Тетя Свете, дядя Толя, большой-большой привет. Это ж фотография. Тетя Свете, особенно. Давно в ополчении? Да нет, ну расскажи, давно в ополчении? С ноября. С ноября? Снайпером? С 1 ноября, да. А сама местная? Смокей. Окей. Почему решила пойти в ополчение? Ну как это? У меня маленький ребенок, блин, а прикинь, там шарахает как. За кисти за свои. Боях, меня все пошли, у меня что дядя, что папа, что я, короче, мы все. Вот так, я там. Сколько до победы осталось? Горбушку мы уже. Ну, думаю, не долго. Ну, из котла не выпустится уже. Нет. Давай половину поселку. И пленных брать не будем. Чего? А зачем они нужны? Ты Тарасович. Ну, восстанавливать Донецк. Потому что первый мы. Лучше сами восстановим, чем за кем-то еще следить. Тарасовцы! Какая здесь была обстановка последний день? Обстановка была очень напряженная, были артобстрелы, грады, ложили кассетами, получается, фосфорными, спалили там 4 поля, подбили нашу технику, ну, в общем, держались, обстановка такая, окапывались, высоту взяли, без потерь. Все нормально. Фосфором по деревне ложили. Вот. Фосфором ложили по деревне, спалили два дома. Так уже все подписаны одним почерком. У них какая-то тяжелая, что есть, мир все поставили. Я вот вроде взял. О! Здорово! 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 Мама не у вас! Здорово! Давайте, вы уже все сделали. Давай, проходим. Здорово, парни. Давайте, отдыхайте, пацаны. Значит, все это наше. Вот это сейчас поселок, вот это высота наша, глаза. Понял? А где танк подбили? Танк подбили. Танк он и мотолог вот так.